Но начнем с официальной повестки. Увеличить количество постоянных рабочих мест в Казахстане поручил сегодня премьер-министр страны на заседании правительства. По словам Алихана Смаилова, в этом вопросе следует опираться на цифровые технологии. Глава Кабмина отметил необходимость оцифровать все сервисы по содействию занятости на основе полной интеграции систем госорганов. По данным профильного министерства, прирост рабочей силы на казахстанском рынке труда за последние годы значительно увеличился. К примеру, если до 2020 года этот показатель в среднем составлял чуть больше 36 тысяч человек, то годом позже он уже достиг отметки в 76 тысяч. Такой рост связывает прежде всего с притоком молодых людей, родившихся в 2000-х. Для поддержки рынка труда в ближайшие годы ведомство будет оказывать услуги в сфере занятости с использованием цифровой карты семьи. Также мерами господдержки по обучению, трудоустройству и открытию собственного бизнеса планируют ежегодно охватывать не менее 100 тысяч молодых людей. Многие молодые люди недостаточно информированы о мерах содействия занятости, поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу в этом направлении. Акиматам областей следует взять на контроль вопрос обучения и трудоустройства молодежи. Следует внедрять и беззаявительные формы содействия занятости, причем нужно обеспечить полную доступность таких услуг со смартфонов.